профессиональном спорте нет мелочей. На сегодняшний день во многих командах есть должность тренер-аналитик. Специалисты изучают различные данные о технико-тактических действиях спортсменов по ходу матчей и во время тренировок. Подобная информация позволяет тренерам полагаться не только на собственные впечатления, но и на цифры. Статистика помогает оценить слабые и сильные стороны спортсмена, лучше понять, как эффективнее использовать его мастерство. Борьба – не исключение. Отечественная спортивная наука имеет опыт изучения структуры технико-тактических действий борцов. Предлагаю разобрать индивидуальную структуру соревновательной деятельности Романа Власова на примере выступления на победном чемпионате Европы в Каспийске в 2018 году. Научная работа называется «Эволюция спортивной борьбы в международном олимпийском движении и ее влияние на основные компоненты подготовки борцов высшей квалификации». Автор – Опойко Роман Николаевич. В работе представлены модельные характеристики борцов, а также технология подсчета, технико-тактических действий атлетов. Для выявления индивидуальной структуры соревновательной деятельности Романа Власова необходимо провести анализ поединков с использованием широкого перечня технико-тактических показателей. Содержание структуры технико-тактических действий Романа Власова на турнире выглядит следующим образом. Далее составляется индивидуальный профиль борца по следующим характеристикам. Среднее число проведенных ТТД за схватку, среднее число выигранных баллов за схватку, плотность, что характеризует динамику выполнения результативных действий, коэффициент технического оснащения, который отражает показатель эффективности действий борца в атаке и в защите, коэффициент качества технических действий, что характеризует степень надежности выполнения ТТД в атаке и в защите. Далее, после анализа поединков, мы сравниваем полученные значения с нормативными, которые представлены в научной работе. Автор разработал и обосновал нормативные уровни спортивно-технических показателей соревновательной деятельности борцов высокой квалификации. Любые индивидуальные показатели могут быть оценены в соответствии с нормативными уровнями. Индивидуальный профиль Романа Власова выглядит следующим образом. Анализируя полученные показатели, прежде всего отметим высочайший уровень надежности выполняемых технических действий Романом Власовым, как в атаке, так и в защите. Об этом говорят комплексные показатели, коэффициент технического оснащения и коэффициент качества технических действий. Наиболее характерный поединок, где Роман Власов продемонстрировал высокий уровень надежности защитных действий, это схватка в 1/4 финала. Выигрывая после первого периода со счетом 4-0, Роман Власов навязал активную борьбу своему сопернику, что позволило не дать оппоненту произвести результативных действий. Единственный поединок, где Роман оказался в роли догоняющего, это финал против действующего на тот момент чемпиона мира серба Виктора Немиша. Соперник очень жестко начал схватку, оказывал давление, выигрывал территорию и уверенно закончил период со счетом 0-1 в свою пользу. Отметим, что Виктор Немиш продемонстрировал характерную для европейцев борьбу. Динамичную, жесткую, где меньше технических действий и больше акцентов на физической подготовленности атлета. Во втором периоде Роман был активнее своего соперника, что привело к предупреждению и результативной атаке из положения партера. Подводя итог анализу ТТД Романа Власова, отметим высокие значения показателя результативности при средних величинах количества ТТД за схватку. Такое сочетание анализируемых показателей при надежной защите подтверждает возможность одержания побед за счет преимущественного проведения бросков. Роман Власов имеет 100% реализацию возможности набора баллов в партере. Из 4 попыток все 4 оказались результативными. Набрано 12 баллов при 2-4-балловых бросках. В этом заключается оригинальность и высокая результативность структуры соревновательной деятельности Романа Власова. С уверенностью можно сказать, что наш спортсмен в совершенстве владеет всеми компонентами технической и тактической подготовки, достиг высочайших спортивных результатов благодаря чрезвычайно надежной реализации этих компонентов. Роман Власов – топовый борец из России мирового уровня. Очень бы хотелось, чтобы Роман Власов стал 3-кратным олимпийским чемпионом.